Обладатель прав на использование изображений скульптур Степаныча и Любочки намерен судиться с бизнесменами из Екатеринбурга. Ответчиками могут стать компании, которые продают сувениры. Узнаваемые образы размещены на десятках товаров, магнитиках, кружках, брелоках, которые выпускаются уже не первый год. Также есть претензии и к типографии, где был размещен заказ на печать альбома «Омские маршруты» к 300-летию города. Общая сумма исков превышает 12 миллионов рублей. Напомню, правообладатель уже судится с издательством «Омский ракурс», требует более 7 миллионов рублей. Очередное заседание намечено на 19 января.